Всем привет! Сегодня я вам покажу, как приготовить яичницу по-деревенски. Первым делом кабачки нарезаем небольшим кубиком. Шампиньоны также нарезаем кубиком. У болгарского перца убираем семечки и мелко его нарезаем. У помидоров убираем плодоножку и нарезаем их кубиками. После чего в миску разбиваем яйца. Добавляем к ним молоко, приправляем солью, черным молотым перцем, прованскими травами, копченой паприкой и все хорошенько перемешиваем. После чего к овощам добавляем яичную смесь. И отправляем в духовой шкаф при 200 градусах на 20 минут.